Предлагаю вам приготовить популярную итальянскую пасту феттучини с кроликом. Это блюдо подойдет как для повседневного, так и для праздничного стола. Феттучини – популярная классическая итальянская паста. В состав этого блюда входит паста и соус. Можно дополнить креветками, грибами, ветчиной, различными видами сыров и масла. Готовится быстро и подается только с горячим сливочным соусом. Получается сытно и калорийно, но очень вкусно. 1. Подготовьте лапшу, сварите ее в кипящей подсоленной воде 6-8 минут. 2. Приправленного солью и перцем цыпленка обжарьте в растопленном сливочном масле на среднем огне до готовности. 3. В той же сковороде приготовьте нарезанные на средние кубики помидоры и капусту. Протушите овощи в течение 10 минут. 4. В отдельной емкости смешайте сливки, чеснок и тертый сыр, взбейте смесь миксером. 5. Смешайте лапшу, мясо и овощи в одной тарелке, а перед подачей украсьте блюдо чесночным соусом.